Свыше 450 человек пострадали и погибли на свадьбе в иракской провинции Найнава. Причиной стал пожар. Такую информацию предоставила организация Красного полумесяца Ирака. Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания, восточнее Мосула, превысило 450 человек, заявили в организации. Ранее представители управления здравоохранения сообщили, что жертвами пожара стали 100 человек, и еще более 150 пострадали. Позже телеканал Аль-Арабия передавал о 120 погибших и свыше 200 пострадавших. Известно, что ЧП случилось в округе Аль-Хамдания. По предварительным данным от Управления гражданской обороны Ирака, причиной пожара могли стать фейерверки. Их использовали в банкетном зале, где проходила свадьба. Таким образом, организаторы мероприятия нарушили правила противопожарной безопасности.